Чтобы узнать, какая сейчас фаза Луны, можно взглянуть на ночное небо. Но вы сделали правильный выбор и смотрите рубрику «Лунный календарь». Что же ночное светило приготовило дачникам на ближайшие две недели? Осулит оно полную свободу. Высаживайте, что хотите. Самая благоприятная полоса практически для всех растений намечается на 29 и 30 апреля. На второй неделе мая лунный календарь буквально кричит дачникам: пора браться за дело в полную силу. Например, в майские выходные, посвященные Дню Победы, огородники могут смело провести на любимой даче. 9 мая – благоприятный день для капусты, лука, огурцов, перцев и других огородных культур. Взявшись за дело, вы точно не ошибетесь. Та же ситуация 10 и 11 мая. Посадив растения в эти дни, можно смело уповать на богатый урожай. Подробности на сайте Курган.ру в разделе «Удачи на даче». Партнер рубрики «Лунный календарь» – компания «Сады Заурали». Сады Заурале предлагают курганцам широкий ассортимент саженцев. Плодовые культуры, косточковые, ягодные, более 90 сортов. Новинка сезона – цветы. Все желающие могут приобрести розы, флоксы, гладиолусы, лилии и многое другое. Также есть виноград. Наш районированный, Алешенькин, Свердловчанин и много декоративных культур. На любой спрос. Питомник «Сады Зауралья» существует более 65 лет, поэтому и саженцы предлагают только тех культур, которые были специально отобраны и адаптированы к Уральскому региону. Покупатель может спокойно брать саженец и не бояться за то, что он замерзнет в нашей зоне, он будет прекрасно у нас расти. Все саженцы, приобретенные в садах Зауралья, будут радовать вас щедрыми плодами долгие годы. Успевайте купить уже сегодня.